Сезон большого футбола в разгаре. Новосибирск рвется к золоту. Команда идет без поражений во второй лиге и возглавляет группу «Серебро». Если новосибирцы продолжат в том же духе, то вторую часть сезона могут начать уже в элитной группе дивизиона и бороться за повышение в классе. На выходных Новосибирск на своем поле обыграл соперников из Челябинска. Встреча завершилась со счетом 3-1. После стартового свистка команды смотрелись более-менее равно. Гости провели пару хороших атак, но игроки Новосибирска постепенно взяли игру под контроль. Усилили давление на ворота соперника, и на 20-й минуте Константин Попов открыл счет, с лету отправив мяч в ворота после подачи Тюрина. А спустя всего 3 минуты Никита Рожков удвоил преимущество. Но расслабляться было рано. Готовились к очень непростой вязкой игре. Соперник, скажем так, если брать даже просто голую статистику, ну, достаточно неудобный. Достаточно очень нервная игра такая была. Но опять же, в первом тайме при счете 2-0 там и у Малеева, и у Шалаева были моменты, где могли еще забивать, и уже тогда бы где-то, может, сняли вопрос. Так же, как и во втором тайме. Гости в перерыве освежили состав, выпустили несколько новых игроков и, как следствие, перехватили инициативу. Челябинск отыграл один мяч в середине второго тайма, но в корне переломить ситуацию им не удалось. Свое веское слово сказал капитан Новосибирска Сергей Нарылков, забив 3-й гол команды в матче. Да, мне пришлось там просто попасть. Там Мус сделал все, в принципе, отдал изумительную передачу. И мне оставалось просто щечкой катнуть в угол, но вратарь чуть не вытащил. Хороший удар, чуть гол. Новосибирск довел свою беспроигрышную серию в чемпионате до 8 матчей. 6 побед и 2 нулевые ничьи. Такой результат показала команда за 1,5 месяца со старта сезона. Следующую игру новосибирцы проведут на выезде 9 сентября в Перми против местного «Амкара». На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи!